Привет, дорогие друзья, это канал Технобар Плюс, и сегодня я решил на своем смартфоне Redmi 10 проверить, не пришло ли какое свеженькое обновление. Кстати, друзья, хочу сразу же подметить, что компания Xiaomi пишет достаточно оперативно ежемесячно обновление для данного смартфона, и с каждым, скажем так, обновлением смартфон становится все лучше. Итак, друзья, сразу отмечу, что данное обновление вы по воздуху не получите. Для этого вам стоит, для того, чтобы установить это обновление, вам стоит подписаться на группу в Telegram-канале. Я сейчас покажу, как эта группа называется. И вы, соответственно, видите, называется она вот так. Xiaomi MIUI Updates Tracker. Как вы можете видеть, можно здесь подписаться, и здесь всегда самые свежие обновы приходят. Итак, друзья, для того, чтобы скачать обнову, мы, во-первых, входим в группу, находим свою модель Redmi 10. А, как вы можете видеть, Global, то есть глобальная версия, буковки Mi свидетельствуют здесь о том, что это именно глобальная версия. Далее, друзья, версия у нас 12.5.9. Входим в Full ROM, то есть прошивка полная, открыть. Нас перебрасывает на страничку. Подтверждаем. Готово. И, собственно, сейчас должна произойти загрузка непосредственно самого обновления. Ждем немного. Загрузка должна пойти и отобразиться у нас в уведомлениях. Сейчас смотрим. Итак, как вы видите, само по себе появилось, собственно, мы задали команду скачивания файла подробнее. И теперь мы можем видеть, что наш файл весит аж 4,92 гигабайта. Сейчас он качается, и я вам, друзья, пока что качается файл наш, покажу. Как вы можете видеть, подключен наш смартфон к Wi-Fi. Покажу вам, что все-таки этого обновления нет, если его попытаться скачать по воздуху. Проверка обновлений. И, как вы можете видеть, его здесь нет. Есть последнее обновление 12.5.8, глобальное. Тут у нас была оптимизация производительности системы, улучшение безопасности и стабильности системы. Опять же, друзья, для того, чтобы нам этот файл установить, присутствует своя инструкция, которая ничего, если вы правильно по ней все сделаете, не причинит никакого вреда вашему смартфону. Ну, об этом немножко позднее. Сейчас скачается прошивочка наша полная, и мы продолжим. Друзья, ну вот и загрузилась наша прошивочка на Redmi 10. Так, входим. Для того, чтобы ее установить, входим в настройки по телефоне. Версия MIUI, напомню, сейчас 12.5.8, а Android 11, у меня глобальная версия смартфона. Входим в версию MIUI. Для того, чтобы установить скачанное обновление прошивки, несколько раз кликаем на циферку 12. Как вы можете видеть, дополнительные возможности включены. Теперь клацаем на три точки, кликаем. Выбрать файл прошивки. Входим в download. Входим. Еще раз выбрать файл прошивки. Как я понимаю, нам необходимо входить, по идее, в Downloads. Почему-то файл прошивки здесь не отображается. Download. Так, один объект. Gearload. Почему-то не отображается. Сейчас посмотрим. Что-то это как-то странно. Вообще должен указывать нам на нашу прошивочку. Куда она скачалась? Друзья, давайте вместе с вами посмотрим. Все-таки куда прошивка скачалась. Проводник. Для этого входим в проводник. Входим в папки. Так, downloaded. Три объекта. Скачаем, переместим эту прошивку. Переместить. Внутренний накопитель. Опять же в download. Downloaded ROM. Вставить.
Так, все, переместили, окей. Еще раз смотрим, входим в настройки, о телефоне, версия устройства, выбираем файл прошивки, входим в download, downloaded ROM, почему-то не отображается, друзья. Возможно, стоит перезагрузить телефон. Сейчас я перезагружу и, собственно, я разобрался. Мы скачали прошивку, и она была в формате TGZ. Для того, чтобы эту прошивочку нам установить, надо ее переименовать. То есть формат TGZ сменить на ZIP. Входим в настройки, в проводник. Допустим, в Downloaded ROM. Вот она, наша прошивочка. И в конце здесь переименовывайте на ZIP, а у вас будет буквы TGZ. После того, как мы переименовали эту прошивку на ZIP, что мы делаем? Входим опять же в наши настройки, о телефоне, версия MIUI, входим, выбрать файл прошивки, downloaded, downloaded ROM, кликаем здесь, окей, получение данных, все пошло. Теперь прошивочка установится. И, собственно, будет у вас версия, а вернее у меня 12.5.9, стабильная MIUI 12.5. Друзья, кому понравилось и стало полезным это видео, делимся своим мнением в комментариях, подписываемся на канал, ставим лайки, прожимаем колокольчик обязательно, дабы не пропустить свеженькие видео. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс, всех обнял.